В Хакасии навели порядок. Республика в эти выходные присоединилась к всероссийскому субботнику. В Абакане на уборку городских парков и скверов выходили целыми трудовыми коллективами. Многие вспомнили детство и юность, когда подобные мероприятия проводились гораздо чаще. Подробнее в репортаже Ольги Стельмах. В Абакане кипит работа. Скверы и парки освобождают от слоя листьев и грязи. Всероссийский субботник объединил тысячи неравнодушных людей. На один день сменить офис на свежий воздух и совершенно не беспокоиться о дресс-коде пожелали многие. Тут люди совершенно разных специальностей, профессий, организаций, которые приходят и вот так работают в этот праздничный день на наших городских территориях. Среди участников и партия «Единая Россия». Еще до объявления всероссийской уборки ее сторонники на протяжении 10 лет ежегодно собирались на субботник. Традиционно именно в сквере Кадышева. Мы чистим, разговариваем, такая легкая усталость, там вспотевшись. Обычно уже в это время тепло, поэтому как бы на самом деле это объединяет, это здорово. И сегодня хочу отметить, что радуюсь, что помимо нас еще пришли активисты, просто люди небезразличные к тому, чтобы в городе было чисто. К слову, коммунальным службам города потребовался бы весь день, чтобы навести порядок на этой территории. А так, десятки добровольцев управились буквально за пару часов. Взамен получили хорошее настроение и положительные эмоции. Вчера, конечно, опасались, что будет ветер, все это будет раздувать. И сегодня солнышко не было сколько дней, то есть очень хорошо. Прям понравилось мне. И ребятишки сегодня с нами наши. Прям много и добровольно, сразу скажу. Общественники организовали и полевую кухню. После субботнего марафона на финише горячий чай и пирожки пришлись как нельзя кстати. В перерыве есть время оценить результат и договориться встретиться на уборке уже в следующем году. Ольга Стельмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.